В этом видео я хочу просто рассказать вам про новую особенность инновации в светодиодном светильнике Акваэль. А данные светодиодные светильники идут в комплекте с аквариумами, креветочниками акваэлевскими 10, 20 и 30 литров. А в принципе, светят они средней яркости, но при каком-то опыте все-таки можно выращивать неприхотливые, средней прихотливости растения при данном свете. Это уже опробовано. Но если вы хотите какие-то более редкие, прихотливые, капризные растения, конечно, одного такого светильника будет маловато. То есть данный светильник, как я уже сказал, комплектуется такими вот аквариумами. Шимсет Smart. И сейчас пришла новая партия, и здесь заклеены светодиоды. И здесь также написано то, что система восстановления основана на встроенных дополнительных светодиодах, которые в новой лампе не излучают свет. Это нормальное явление, предусмотренное производителем. Дополнительные светодиоды включаются только при аварии одного из основных светодиодов. То есть получается, здесь есть светодиоды, которые не горят. И каким-то образом при перегорании какого-то одного светодиода, основного здесь написано, непонятно, правда, какие здесь основные, но, наверное, те, которые горят по умолчанию, включаются дополнительный светодиод. С одной стороны, прикольно, то, что если у вас перегорел какой-то светодиод, его заменяет, просто загорается другой светодиод. Как они так реализовали, непонятно, но удобно. С другой стороны, конечно, они добавили здесь много светодиодов, как вы видите. И если бы они все горели бы по умолчанию, то светильник был бы намного ярче. Ну, не намного, но на процентов 20-25. И более бы подходил для выращивания живых растений. Но давайте посмотрим. Не знаю, видно это или нет, но в основном здесь вот горят белые светодиоды, два синих, если это видно, и много красных. Также еще есть непонятный факт, почему красные заметно горят более тускло, чем белые и синие. Может быть, представитель ответит на этот вопрос. Кажется, что они горят, ну, процентов на 30, таким бледно-розовым цветом. Вот, не знаю, видно или нет. Ну, я сначала думал, может, это какой-то брак, но нет. Ну и также не зря они приклеили эту бумажку, так как, вы не знаю, видно или нет, рядом с каждым красным светодиодом есть еще один светодиод, который не горит. Без этой бумажки люди бы, наверное, стали возвращать как брак. Но здесь вот такая интересная особенность. Также этих светодиодов, которые не горят, много. Где-то около 20, наверное, штук. С учетом того, что здесь всего 6... 16, 18, 19. Ну да, красных здесь тоже много. Ну, я думаю, если бы они все горели, бы горел бы на процентов 20. Вот такая интересная особенность в новых партиях светильников. В принципе, на коробке не указано, какая партия, поэтому какой достанется вам при покупке аквариума, неизвестно. Классический или вот такой новая модель.